На базе лицея-интерната для одаренных детей собралось 130 человек. Все они участники различных муниципальных олимпиад по разным предметам. Это победители и призеры. Идея создать такую школу принадлежит руководству лицея-интерната. В этом есть смысл, это приносит результат. Проба такая была единичная в прошлом году, в зимние каникулы и в январе. Нам удалось сделать погружение 3-4-дневное перед региональным этапом на своей базе тоже для детей области из разных районов. Сейчас представлены все районы. Детей ждет насыщенная программа. С ними будут работать лучшие из лучших педагогов. Это будут как преподаватели местных вузов, имеющие научные степени, так и учителя из других регионов страны. Бонусом для ребят будет возможность изучить китайский язык с педагогом из Поднебесной. На протяжении смены детей ждет глубокое погружение в выбранный ими предмет. Всего их 14 по 9 направлениям. Каждого из детей отличает большое желание изучать свой предмет. Я решила сюда приехать, потому что здесь очень хорошие педагоги, хорошие вожатые, ну и вообще состав хороший здесь. Олимпиадная школа на базе оздоровительного лагеря может перерасти в большой образовательный проект для нашего региона. У департамента образования есть в этом заинтересованность. На следующий год такие площадки будут, может быть, не только в лицее, еще и в других районах и в других, так скажем, образовательных организациях, потому что это та основа, которая позволяет развивать нам систему образования и регион. Борис Лайкин, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».